одно из самых больших помещений, и мы сюда поставили всего лишь один диван. Спинка, она снимается, и она вот так двигается. Но ты ее не сможешь, вот попробуй ее сдвинуть. Вот садись на, прямо на назад. Нее и попробуй ее сдвинуть назад. Не, и прям, не двигается. Прям садись. Не двигается. Что не так? Она там на магнитах специальных. Там выезжающие штыри такие. Держит ее, потом, когда убираешь, обратно заезжает. Класс, очень функционально. Супер, да. Да. Обязательно поставлю такой, когда у меня будет свой дом. Вот заметь, что за радиаторы стоят, не знаешь? Знакомые радиаторы. Да. Это я их уже видела. Как бы, даже не знаю, как это называется все. Это Гуарда. Гуарда, вертикальный радиатор трубчатый, да? Да, хороший радиатор. Это, кстати, электрические. Это у меня самая красивая кровать. Ну, я так считаю. Она с толстым изголовьем. Я вообще мечтал всю жизнь о толстой вот такой вот изголовье на кровати. Нигде не было такой. Пришлось самому сделать. Очень хотелось, чтобы она была низкая-низкая такая прям. Низкопрофильная, как Ламборгини, знаешь, такая. Низкая и толстая. Мечты исполняются, да. Да. Вот тебе и Ламборгини среди кроватей.